Госавтоинспекция проведет 30 августа единый день безопасности дорожного движения под девизом «В новый учебный год безопасных всем дорог». Мероприятие посвящено профилактике детского дорожно-транспортного травматизма перед началом учебного года. Для обеспечения безопасности вблизи учебных заведений во время интенсивного движения школьников службу будет нести максимальное количество нарядов ДПС совместно с иными сотрудниками милиции, членами добровольной дружины ГАИ, БРСМ, отрядов юных инспекторов дорожного движения. Стражи дорог напоминают, что по 5 сентября проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В этот период водители обязаны передвигаться с включенными на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.